Блин, ты такой сейчас смешной был, короче. У тебя руки, знаешь, вот просто тупо прямо так стояли. Потом на записи увидишь, я ржать будешь. Да просто нечто. Ладно, на самом деле у меня молоток в руках, поэтому пошли. А у меня топор с электричеством. Молоток в руках решает. Так, отнесите деньги в штаб. Все, у нас задание Крайсу — отнести деньги ему. Насколько я помню. Вроде правильно. Ты тоже так думаешь, да? Тихо. I copy. What's wrong? Someone's turned on the 18th floor. We're doing our best to contain the situation, but... А, ну это мы слышали. Rise has promised me two crates, Brecken. Two crates. I'm doing this shit as fast as I can, I swear. Так, там чувака спасти надо. Ну, походу, уже убили. Ну да, я тоже такое заметил. О. Чё? Не. Я, можно сказать, вовремя пришел. Ну, я тебя спас. Эй, я тебя спас, слышь? Наглый. Я его, главное, можно сказать, спас. Да он сам себя спас уже, походу. Походу, да. Но это нечестно. Я прибежал тут, вот, можно сказать, ее побил. Можно сказать, ей голову размозжил. А он... негодяй. Ой, ты сзади. Какие не смешные. Так, ладно, фиг с ними, со всеми этими придурками. Ну их нафиг, эти машины. Мы просто бежим вперед. Да, проходим как можно больше дальше. Нет, ну ладно, его я не убить не могу. Да ты уже не такой страшный, как раньше, да? У меня же есть офигенная штука. Ну-ка, дай заценим. Блин, он умер. Конечно, он умер, я его убил. Столько раз по нему бить. Смотри, что у меня есть. Да. Не видел я ничего у тебя. Да, конечно. Все, я не видел. Я хочу здоровяка опробовать на этой штуке. А вот сейчас как к Крайсу прибегу, как куплю, у меня два царик есть в кармане. И как на звоне будет. Шли, блин, я в воду упал. Лошар. Отстань, отстань, отстань! Меня обливали. Мясо просто вообще. Всю толпу в фарш раскидал. Бежим, 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 бежим. Блин, как же долго это все происходит. Единственный минус — это, знаете, бегать по карте. Я уже не устаю об этом говорить. По-моему, первый раз говоришь, нет? Нет, я, по-моему, каждый раз, каждую серию об этом говорю. Придумали бы они телепорты. А в этом же были? В Дедайленде. Да хорош ты, ё-моё! Там типа точки были. Кусаются они еще тут. Ой, я упал, меня оплевали, оказывается. Возрождай меня. Вау. Сигаретный дядька. Кто там плюет? Да вон он там, жирный. Жирный ты, да, плюешься, да? Там еще все, один. Все, нате вам. В общем, не знаю, попал я в кого-нибудь, не попал. Ой! Лечись! Лечись. Надеюсь, я, в общем, попал. Это тебе повезло. Ой, ща рваню. Хорошо рвануло. Так. Крейн, how close are you? I don't know, about halfway back, I guess. Good. I need you to make a quick detour. Why? One of our patrols went off the grid somewhere near the market. How is that my problem? I'm making it your problem. See if you can find them, or don't bother coming back. Точно, я вспомнил. У тебя ж память закончилась. И мы ребят так не спасли. А, ну да. Че за тебя? Мерил тебя в наказание. <с
Все из-за тебя, из-за твоей вонючей программы. Это не моя программа. Все, ладно, проехали. Пускай это будет для вас секретом. Пускай это будет между мужиками. Да выпрыгнет отсюда. Чувак, ты где там бегаешь? Я бегу, бегу. Знаешь, что я больше всего хочу? Я хочу лесного охотника из дробовика просто вырубить его с двух патронов. Короче, я тут такие мордобои устраиваю прикольные. Ну я так-то рядом с тобой дерусь, да? Если чё. Так, куда ты меня завёл? Эть. Теперь... Понял? А тебе слабо так забраться? Вот еще один здоровяк есть, кстати. А, я вспомнил, что мы с тобой так и не смогли сделать. Мы с тобой хотели зайти вот в это здание. Сюда вот. Сейчас посмотрим. Давай, собственно, отсюда и зайдем. И начну серию отсюда заодно. Давай. Воу. Отсюда серию начнешь? Угу. В смысле? Ну, в смысле, мы здесь закончили в прошлый раз. И нафига я тогда записывался? 14 минут всего, чувак. 100 гигабайт. Так, соберите все наборы. Йент. Йент. Так, ну что ж. Ага, здесь уже все по-другому. Смешно. Вспоминается сразу Half-Life. Да-да-да. Там такое было. Так, я походу один вижу. Ау-ау-ау-ау-ау! Вот да. Неприятное взял. Ощущение. Вообще нифига не классное. Оп, вуаля. Shit, the goddamn switch broke down. Выключил? Не-не-не-не-не-не. Фак. Еще бы чуть-чуть. Так, нам вообще надо... Не бьет? Меня нет, кстати. Не, не бьет. Так, я взламываю, ты сейчас готовься стрелять. Ага. Так, я, собственно, почти открыл. Я открыл. Вау! Аж как искрнуло, да? Мне почему-то кажется, что дальше там электричество есть. Не? Хотя они нет, тогда, они подогнали. Тогда... А! Стой! Нельзя обратно включить, не? Ты включи, ага, давай. На! На! Так. Ладно, я побежал вперед. На! 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Уйди! Там очень злой чувак. Очень толстый, очень взрывающийся. Так, все вроде. Сзади. Оп. Ну там как-нибудь сам уж. Ага. Так, ящик. Здесь... Я открою. Я взломаю ящик. Ящик пока, да, взламываю. Я посмотрю, тут ЧС. Тут хантеры. Так что ой. Аккуратнее. Ой, привет. Ой, нет, давайте вот так. Класс. Ну, 78 дали. Блин, такое ощущение, что они где-то рядом тут ходят. Ты что, долго там? Открыл. Ох, монтировочка! Резной молот. Нифига. И мешочек. Так, стой. Там что-то еще есть? Ну, по крайней мере, по точке. Мне кажется, мы здесь еще не все нашли. А, ну вот, да. Еще? Еще. Еще где-то что-то. А, во, нашел. О, отмычка. Где? О, еще отмычка. О, еще отмычка. Три отмычки.
Ха, такие цепи смешные. Я в прошлый раз так и не посмотрел, кстати. Ой, тебя вылечить могу, даже вылечил, по-моему. Меня вылечило. Так, как здесь у нас? Стоп. Сюда как-то надо. А, вот так, все. Все? Все, что ли? Да. Можно пока трупаков собрать. Так-то изи. Это, кстати, поприкольнее даже задание, мне больше понравилось. Ну, изи, потому что. Оно именно, не, оно именно, знаешь, такое повеселее, потому что не ожидал, что там будет электричество, то есть, ну. Ну да, своеобразное. Да. Ну, вроде легкое, а вроде как и с изюминкой. Скажем так. Трупы. Не забудь в комнату зайти, здесь много чего интересного валяется. Ага. Я там все пооткрывал, как просто просканируешь. Мусорка. Смотришь. Мусорка, обыщи мусорку. Оп, отмычка в мусорку. Здесь есть мужик. Так, а ты как туда попал? Дэс. А ты как в ту комнату попал? Смотри. А-а-а. Я жду, да? Ага. Разводочка. Выключить приемник. О, мужик. Да ладно. С мухами. Правда, что ли, мужик? Какая неожиданность. О, кстати, здесь оказывается эти банкоматы. Ну, в смысле, это кассовые автоматы. Как они называются? Ну, кассы, да, по сути. Ты что там делаешь? Мусорка. В мусорке отмычка лежала. Господи, смотри, что с ним. С кем? Че, у меня здесь только мусор. У тебя ничего здесь нету? Нет. У меня здесь глюки, ну потом посмотришь. Ну, ладно. У него, он в двери застрял, короче, в текстуре. И его в конвульсиях сбило. Окей. Ну все тогда. Да, бежим дальше. Ну, мне понравилось. Да, нормально. Главное, не обычный кач. Some of Rice's men disappeared in the slabs. And if you ask me, whatever happened to him was too good. И не лагало. Не, ну мне главное понравилось именно то, что, да, вот, ну, какая-то необычность все-таки. Потому что обычно ты ожидаешь, что одно и то же везде будет. А. Я ожидал, например, ну, увидеть этих здоровяков. Сволочь ты, конечно. Как бы, а я почти взломал, кстати. И даже тебя бы вылечил, сволочь. Аптечку на тебя истратил. Все, прикрывай меня. Прикрывай! Эй, меня кусают. Все, взломал. По идее, аптечка будет. Как так? Я ж ударил тебя. Да отстанься от друга. Ах ты! Ах ты, ах ты, ах ты, ух ты, чё монах ты наберешься, нахага? Ещё там бесишься вообще. Слушай, откуда их тут набралось? Потому что взорвалось что-то. Бум. Кем-то. Бум, бум. Бум, шакалака. И чувак уж устал. Покопаюсь в мусорке. Я устал, пойду покопаюсь. Кстати, что там было? Медичка. Две аптечки. То же самое. О, это последнее предупреждение. Ну да, ну типа, там же сказали, что они где-то тут пропали. Так, ну что, достаем тихо. Вот они. Not yet, wait a sec. Holy shit! Ну, походу, я нашел то, что надо. Окей, got it. Good. Bring it back to me right away. You're going to be a hero around here. Застрелил его, я надеюсь. Ай, да. И меня подожгли. Там еще чувак, походу, есть, да? Прямо в жбан ему. Там какой-то чувак орет, что он на антенне, ему нужна наша помощь. Так, я попробую сейчас забраться наверх. Я примерно понимаю, как это сделать. Ага. Ну, можно сказать, что я тоже понял.
это сделать, но, правда, другим путем. О, у него металлические ножи. Пары. Полицейская винтовка! Блин! Давай сюда. Фиг тебе. Нет, это, поднимайся. Знаю, знаю, что ты подумал. Смотри, что я тебя буду сейчас шмалять. Ну-ка, покажи. Дай заценю. Так, а стоп, почему она, кстати, у меня не... Оу, а, нормально. О, это же это, Скар. Да-да-да. О, патроны винтовочные. Тут еще, кстати, лежат. У меня ими инвентарь заполнен, у меня 100 патронов. А. Ну, круто, чё, круто. Надеюсь, там будут еще такие чувачелы. О, смотри. А, вот нам туда. Круто. Нормально вообще. Первая, так сказать, хорошая новость. Да. Средневековый метательный топор. Журнал. Так, журнал. Молот. Простой серп. Монтировка. Тяжелый топор. Так, щит я, наверное, заменю. Точнее, вот этот. Ну, вот этот. Да? Да. Хрен его, короче, знает, ладно. Оу. На улице ночь. Ты, кстати, бы одежду бы изменила, то ты как-то стрёмно выглядишь. Так я тебе говорю, как гопник. Нет, ты просто стрёмно выглядишь. Так. На улице ночь, спать будем? Думаешь? Я спрашиваю. О, блин, я походу в твой костюм оделся, да? Не знаю. Паркурщик. А, ну да. Сюда, давай. Я иду. Я оделся в ночнушку. Уличная на домашнее сменил. Я, главное, в угол повернулся. Чтобы этого не видеть. Даже. Сейчас, винтовка на перевес. Так, я там газу дал. Добытый тобою в бою. Да, кстати, я добыл, а он стырил. Нагло причем. Пока я обыскивал, значит. Звук приятный. Но ты попасть в баллон не можешь. Да я как бы попал наоборот. Слушай, не-не-не, обойди, обойди его. О, я попал. Я плеваку убил. So, I think it's safe to say that Rice isn't the most popular person in town, huh? No, but he is the most feared. And you know the old saying? It is better to be feared than loved, if one cannot be both. Machiavelli. Correct. Стой, не стреляй, не стреляй, Дэс. Дай я попробую ему с двухстволки в лицо выстрелить. Ой. Блин, промазал. Да ты еще про меня что-то говорил? Ой. Он еще и руками умеет драться. Лежать. Надеюсь, я не попадаю по баллонам. Черт, попал, беги. На. Какие-то нормально, бесполезно. Нормально, нормально. О, мусор. А, нет, труп. О, мусор, а нет, труп. Но он похож на мусор. Труп похож на мусор, окей. Или мусор похож на труп. Там огонь. Так, у меня... Ну, кстати, патроны от нее не очень-то сильно тратятся, скажу я тебе. Да, зомби, идите ко мне, идите сюда. Смотрите, как здесь весело. Да твою налево, а, не могу... Че ты на крышу запрыгнуть не можешь, что ли? Да я не мог под этим, под мостиком пройти. Я бадабаду, спасибо за еду. А я такой, дерю не могу, и не допрыгнул, знаешь. Вау! Вау! Вау, нифига! Чё? Нифига себе, я спрыгнул. Чё такое? На халяву. Ну потом посмотришь, вообще нормально так-то. Прям по кругу, знаешь, как это, как реальный паркурщик. Окей. Ну, красиво было, по крайней мере. Ну, сам офигел. Верю, верю, верю. А, верю. У меня, кстати, верю. Есть одно очко ловкости. Спасите выжившего. Так, ну где-то сверху. Бич. Он где-то еще сверху.
Нет, он где-то снизу. А, вон, в окне. В смысле, где? Где? В окне. А. Привет! О, лаваш! Да-да, я тоже это слышал. Лаваш! О, лаваш, главное. No problem, bro. Типа, о, смотри, лаваш. Ой-ой. Баба. Тварь. Сразу и руку, и голову отрубил. Чтоб не царапало и не кусало. Ну так. Вау! Как мы ее вдвоем-то раздолбали. Она такая... на кусочки. Не, она такая еще, знаешь, главное, прыгает на меня, типа, думает, сейчас я его, пока он там в машине. Я как раз вот машину... Я прибежал. А тут ты прибежал, так я еще с машиной закончил. Смотри, какой я таранщик. Прям вообще всех на таран пробегаю. Да я понял. Я помню эту способность. Просто я ее не заюзал. Пробеги вот этот на таран. Воу. Вот хлоп. Мне определенно начинает нравиться все больше и больше эта игра. Да, особенно с появлением оружия она стала еще чуть веселее. Да. Воу-воу-воу. Так. Чем, короче, пойдем еще потом, я думаю, в зону, в ту, в которую мы не хотели идти. Ну, которую самую первую, помнишь, мы нашли? Так, мы же заходили. God, I hope not. Мы же ходили в первую зону, это ж наша не, вторая... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Самая первая зона, которая в туннеле, мы туда не ходили. А, точнее. I should send every one of you to the pit. Ah, the Tower Lackey returns. Do you have something for me, friend? Yes, I do. Now it's time for you to give me what you promised. 2 crates of Andazin. I think not. Your loyalty to the Tower is nothing but blind obedience, Crane. A coward's submission to false hierarchies. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine. Like a good little dog. Look, we had a deal. Your people need the Antazine. Now, more than ever, I would surmise. But a man who follows someone else's rules is no man at all. Here, I will allow you this much. You promised me 2 crates of it. This is only 5 vials. If you want more, I present you with an opportunity. The athlete, the Scorpion, Jade Aldemir, she's one of your number. Bring her to me. I have an arena where men fight for our amusement. I would have this Scorpion fight for us. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to, break. What? No, no, forget it, I'm not doing it. I hear no true conviction in your voice, Crane. You have not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the tower? Or will you be a man and save the maiden? Go and think about it. Come and see me when you get back. I've got something for you. Да без проблем, пустите назад, расстреляю к чертям. Сука. У меня пушка есть, дайте расстреляю, какого хрена? Такая мразь. А, черт. Да пошли вы, зомби, вы сейчас... Не до вас сейчас, погодите тут.
такая вообще паскуда обоссанная вообще. Heads up, everyone. This is Alfie. We've just lost gas at the tower, and as far as I can tell, the whole city has too. Any guess what happened? None. And our gas man Jeff up and quit on us last week. He's kind of irreplaceable. Maybe I can track him down. Maybe, definitely, and get on it fast. Word is, he's built up his own little fortress somewhere behind the train station. Ну, короче, пойдем сначала с нашими свяжемся, потом уже. Полный газ. Педаль в пол. Ну, типа того. Так, мне еще надо, как я уже сказал, кое-что изменить в настроечках. Так, я тут, в общем. По сути, из-за нашего начальства, скажем так, которое нас сюда послало, мы сейчас будем вынуждены привести из башни девушку, чтобы она сражалась, пока не сломается. Ты где? Нажал быстрое перемещение и ничего. Потому что я ушел искать тебя. А. Crane here. Report. Look, I'm no longer cooperating with Rise. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, and? Was that it? What do you mean, was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? What the... What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get this done. Fuck you, asshole. Да, полностью согласен с главным героем. А не пошли бы вы на... Пик. Пип. Да. На три буквы. Далеко-далеко. За самопипой мы. За... Да. Ах ты, Пип, я твою Пип тебе в рот засуну. Я даже зомби горящего убил прям вот, да, ногой. Ох, я их чаем напою потом. Крепким-крепким. Ты чё? Чё? Умный, да? Чё? Чё, у меня, смотри, что у меня есть, да? Уже страшно, сыкотно, бежишь, да? Чё? Руки он поднял, да? Комплект аптечек поднял. Stay away, главное. Смотри, слушай, они уже стали бояться, когда оружие в руках. Ну да. Что я достал автоматы, они такие, сразу бежал. То есть, все-таки, значит, оружие на них действует. Это, кстати, интересно, потому что я помню кучу игр, когда там неважно, с чем ты был в руках, тебе пофигу, на тебя бежали. Ну да. Хоть с гранатометом. Связь с внешним миром. Тут связь с логикой просто есть, ну, да, понимаешь? А не с внешним миром. Игровая субординация. Игровая субординация. Сил. Все. Какой я вообще опасный чел, я прям по огненным тачкам пробежал. Да, ты прям вообще опасен. Так, ладно, я сейчас посмотрю, здесь есть чувак, который торгует. Ты хочешь двухстволку? Не, не хочу двухстволку уже. Shit, it's you again? I mean, what are you doing here? Relax, relax. I don't work for Rice. That was a one-time job, and it was all about protecting the tower. Look, I'm sorry. I mean it. Is that right? Look, everything I was doing for Brecken. You can ask anyone on the tower if you don't believe me. So what do you got, Jafar? We've been picking up some of Rice's transmissions. One of his crews found something at the construction site, and they got very excited. They didn't say what it was, but they referred to bringing down the entire tower in one shot. Someone's got to find out what it is, and either confiscate it or destroy it. Well, I'm someone. Congratulations, the job is yours. We'll be in touch. К
Короче говоря, у меня есть такое подозрение, что, ну, во-первых, мне проспойлерили кое-какие нехорошие люди некоторые моменты, что есть вероятность, что вас могут убить некоторых главных, героев. Я читал, ага. Вот, да, и у меня есть такое подозрение, что ее можно спасти как раз, не выполняя это основное задание и выполняя побочные. Хотя я могу ошибаться. Но так как мы побочные задания все равно будем выполнять... Побочные. Багованные. Побочные. Я думаю, что у нас еще не дополучится. Ладно. Ирвин. Я почему-то Ирина прочитал, но окей. И сюда к Ирине. В смысле, к Ирвину. Крейн? Ты Крейн, правильно? Кайл Крейн? Да. Эрвин Сноуберг, фильм-директор. Я делаю эти зомби-аннигиляционные фильм-серии. Да, ты, наверное, видел их. No. Yeah, there are thought-provoking meditations about people very much like yourself who have to kill buttloads of zombies for various reasons. The details really aren't important. What is important is production cost. Makeup is a major factor. I'm talking head rot, arms falling off, guts hanging out. And when you blow them apart with guns, those squibs cost like crazy. So you've come to Haran? It's a tragedy, of course, but... There's a fortune in special effects shambling through the streets, just waiting to have their heads blown off for my next movie, Zombie Annihilation 4, Dying Lunch. All I need is a gun nut who can drop in spectacular numbers, and I am told you are just such a man. Я уже знаю, как я назову эту серию. Тут еще какой-то восстатель не знает. Ты не хочешь испытать, нет?